дорогие лицеисты. Шум бальных платьев, звучание скрипки, добрые пожелания – все это можно услышать на концерте, посвященному Дню Учителя. Ежегодно 5 октября во многих странах отмечается этот праздник. Открывал концертную программу ансамбль «Лимонад». Затем выступали ученики 7 класса. Они рассказывали, кем бы хотели стать из учителей. Представление состояло из 10 номеров. Коллектива. И к этому событию готовятся и дети, и учителя. Дети готовят концерт. Вот сегодня вы присутствовали на концерте, который был подготовлен силами самих детей, без руководства учителей. Говорит директор Елена Германова. Каждый номер был по-своему интересен. Пение, танцы, от современных до национальных. Не оторвать было взгляда от улыбок учителей. Мы репетировали танец на протяжении 3 недель. И мы танцевали танец учителям, танец минуэт назывался. Что-то наподобие бального танца, в общем. Завершился концерт под овации зрителей. Программа не оставила никого равнодушными. Гузель Шакирова, Руслан Уразаев, Универньюз.